Всем привет, с вами снова Александр Мардынский, очередная распаковка, видимо, опять из Джума. Здесь написано Android адаптер, посылка шла больше 30 дней, опять-таки, и здесь на самом деле не прощупывается вообще ничего. То есть вот такая вот маленькая легкая посылка, давайте поглядим, что здесь. То есть мне кажется даже, что там внутри ничего нет почему-то. Такой вот пакет, написано картридер USB 2.0. Но вопрос лишь только в том, что нахрена мне картридер USB 2.0, по-моему, я такого добра не заказывал. Давайте достанем, посмотрим, что это. Это не картридер, это Lightning на микро USB. Я, конечно, сейчас гоняю с айфоном, но я помню, что вот эту хероту я точно не заказывал. То есть китаец прислал то, чего я не заказывал. Я ее даже тестировать не буду, потому что я представляю, сколько она стоит, если здесь написано картридер 2.0. То есть реально картридер 2.0. Саппорт SD, MMC, вы видите, да? И мы получаем вот эту вот хрень. Нафига? Зачем? Ладно, с вами был Александр Мадынский, вот такой вот микровидос, и реально я негодую с этих китайцев. Я посмотрю, что я заказывал, ссылку оставлю в описании, и, конечно, я не рекомендую вам заказывать там же. Всем удачи и пока!